Bugün birinci рет Ұлттық банктың басқарма мүшелерімен Елордада кездесіп отырмыз. Бұл тарихи оқиға. Ұлттық банк ұжымын Нұр-Сұлтан қаласына қоныс аударуымен құттықтаймын. Сіздердің мереке қарсаңында көшіп келгендеріңіз жақсылықтың нышаны. Енді Елордадағы қаржы секторы айтарлықтай күшейіп, үкіметпен және Астана халықаралық қаржы орталығымен тығыз әрі жүйелі жұмыс жүргізуге жол ашылады деп сенемін. Ұлттық банк ұжымының жаңа орынға тез бейімделіп, жемісті еңбек етуіне тілектестік білдіремін. Бүгін Ұлттық банктің 2019 жылы атқарған жұмыстарының қорытындысын тыңдап, алдағы кезеңдегі міндеттерін айқындаймыз. Құрметті Қасымжан Кемелұлы, сіздің қарауыңызға Ұлттық банктің 2019 жылғы есебі, сондай-ақ ағымдағы жылы іске асырылатын міндеттер ұсынылады сізге. Ұлттық банктің ақша кредит саясаты инфляцияны белгіленген дәлізде ұстап тұру мақсатында жүргізіледі. 2019 жылы инфляция 4-6% нысаналы дәліз шегінде орнықты болды. Жыл қорытындысы бойынша оның деңгейі 5.14% болды. Алайда 2020 жылы пандемия аясында инфляциялық процестер Қазақстанда және сауда әріптес елдерде карантин шараларының ықпалымен теңге бағамын әлсіреуімен және оны ішкі бағаға ауыстыруымен жылдамдай бастады. Ағымдағы жылғы маусымда жылдық инфляция 7% болып, 4 ай қатарынан 4-6% нысаналы дәлізден жоғары қалыптасты. Инфляция құрылымында азық-түлік өнімдері жылдық көрсетуде 11.1% дейін жылдамдады. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар 5.4% өсті. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, для поддержания инфляции в целевом коридоре Национальный банк использует имеющиеся инструменты, в том числе устанавливая размер базовой ставки, уровень которой на протяжении 2019 года находился в пределах 9-9,25%. В 2020 году с момента объявления чрезвычайного положения и введения карантинного режима решения в области процентной политики были направлены на защиту тенговых активов и поддержание деловой активности. Установленный 6 апреля текущего года уровень базовой ставки 9,5% с учетом инфляции в реальном выражении находится ниже нейтрального уровня 3-3,5%, что мы считаем помогает стимулированию экономической и кредитной активности. Валютная политика Национального банка направлена на обеспечение плавающего обменного курса тенге. В 2019 году ситуация на валютном рынке оставалась стабильной. Тенге незначительно укрепился с 384,2 до 382,6 тенге за доллар США или на 0,4%. Для обеспечения сбалансированности валютного рынка принимались меры, направленные на повышение предложения иностранной валюты на рынке. Национальный банк проводил согласование валютных операций субъектов КГС совместно с правительством, привлекал от них депозиты в иностранной валюте, конвертировал валютные активы Национального фонда, продавал рубли от соп-соглашения с Евразийским банком развития и занимался привлечением иностранных инвесторов. В текущем году значительное влияние на динамику внутреннего валютного рынка оказывают внешние фундаментальные факторы. Резкое падение цены на нефть, ослабление российского рубля и возросшая волатильность на мировых финансовых рынках на фоне быстрого распространения коронавируса оказали значительное давление на внутренний валютный рынок в марте-апреле текущего года. Конечно же, вопросов существует немало, они вполне известные. Деятельность банка пришлась на очень сложный период времени, поэтому с учетом сегодняшнего обсуждения можно считать, что годовой отчет Национального банка по итогам 2019 года принят. Что касается задач на предстоящий период, в текущих очень сложных условиях важно обеспечить эффективную реализацию денежно-кредитной политики. На сегодня инфляционные ожидания продолжают оставаться очень высокими. С учетом тенденции в экономике в 2020 году установлен целевой ориентир по инфляции в пределах 9-11%. Считаю вполне реальным удержание уровня годовой инфляции в пределах 8-8,5% в 2020 году. К этому надо стремиться. Через эффективную реализацию денежно-кредитной политики. Этот вопрос должен находиться на постоянном контроле Национального банка. Далее. Национальным банком разрабатывается стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года.
Это важный документ. Стратегия должна учитывать фундаментальные тенденции на международных рынках и в мировой финансовой системе. Новая стратегия должна создать также стимулы для макроэкономической стабильности в долгосрочной перспективе и устойчивого развития финансовой системы страны. В целом, она должна стать важным элементом, обеспечивающим эффективную реализацию нового стратегического плана до 2025 года. Одной из ключевых задач Национального банка является обеспечение финансовой стабильности. Впервые проведена оценка качества отечественного банковского сектора. С результатами я был ознакомлен. Некоторое улучшение качества судного портфеля банковской системы было обеспечено, но прогресс достигнут в основном за счет государственной поддержки, в том числе через выкуп проблемных займов. Уровень кредитного риска в корпоративном портфеле сохраняется. Поэтому Национальному банку и агентству необходимо продолжить реализацию дорожной карты по итогам AQR. При этом еще раз хочу отметить, что оздоровление банковского сектора должно проходить только на рыночных условиях. Проведенный AQR носил разовый характер. Думаю, такая работа должна носить постоянный характер. Поэтому надо предусмотреть проведение AQR на периодической основе. Важным вопросом является стабильность обменного курса. Подчеркиваю необходимость слаженной работы правительства и Национального банка в этом вопросе. Национальному банку при необходимости следует принять дополнительные меры по стабилизации обменного курса. Не менее важной задачей остается повышение прозрачности деятельности финансовых организаций. В этом году с учетом активизации мошеннических действий, так называемых пирамид, со стороны псевдоломбардных и микрофинансовых организаций, ужесточено их регулирование. Я поручал также провести проверку деятельности ломбардов и других финансовых организаций, представить информацию о состоянии в этой сфере. Надо ускорить данную работу. На основе анализа итогов проверок я поручаю агентству совместно с Генеральной прокуратурой внести предложение по системному улучшению регулирования в данной сфере и защите прав потребителей. Мировые тенденции и функционирование страны в период пандемии показали необходимость внедрения современных технологий в финансовой сфере. Это касается как внедрения новых финансовых инструментов развития финтеха, так и дальнейшей модернизации платежных систем. Данную работу следует проводить с учетом наблюдаемого в мире активного внедрения технологических инноваций в финансовом секторе. Поэтому поручаю Национальному банку совместно с правительством и Международным финансовым центром «Астана» утвердить концепцию развития финансовых технологий и инноваций до 2025 года. Важнейшей задачей является активная кредитная поддержка экономики и бизнеса. Однако в последние 3 года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем, в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро. Поэтому Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком надо принять конкретные меры по увеличению кредитования экономики и малого-среднего бизнеса.